Прошлым летом мы решили слетать на отдых в Черногорию, а потом посчитали деньги и решили не летать. И поехали в Карпаты. Но об этой поездке я расскажу вам в следующий раз, а в этом видео о нашей поездке в Черногорию этим летом, а точнее осенью. Итак, поехали! Первый вопрос, который возникает у многих после перелета, как добраться из аэропорта до, собственно, моря. В Черногории два аэропорта, Тиват и Подгорица, а точнее Голубовичи, потому что именно там он расположен. Первый находится на побережье и является основным и более удобным в плане трансфера до места проживания, хотя это смотря где вы будете жить. Мы прилетали именно в Подгорицу, поэтому про нее и расскажу. Варианты, как добраться от самолета до моря. Самый простой, который мы и выбрали, трансфер. Бронировали машину через отель, стоило 40 евро. Водитель ждал в аэропорту с табличкой. Примите к сведению, что стиль вождения местных водителей оставляет желать лучшего, а наш, судя по всему, был троюродный внук Гастелло и фанат Шумахера. Учтите, что есть две дороги до моря, через тоннель и серпантин через гору. Проезд через туннель 2,5 евро, и настоятельно рекомендую выбрать этот вариант, так как второй долгий и немного укачивающий. Вариант 2 – такси. По сути, то же самое, что и первый, если договоритесь на нормальную цену. 3 – автобус. Нужно добраться до самой Подгорицы только на такси. На автостанции сесть на автобус до Будвы или Бара, смотря где живете, и потом на автобусе по побережью до вашего места назначения. Не очень вариант, как видите. Четвертый вариант самый классный – электричка. Меньше чем в километре от аэропорта есть станция местной электрички «Аэродром». Можно смотреть расписание онлайн, соответствует в принципе. Билет 2 с лишним евро оплачивается на месте или в кассе. Идет до бара, можно выйти в Сутоморо и опять же на местном автобусе доехать куда нужно. Вариант отличный, но расписание нам не подошло, к сожалению. Зато на электричке мы проехались на обратном пути, но об этом я расскажу вам позже. Где жить? Мы снимали апартаменты в Булярице возле Петроваца. Пляж Булярица. Это тихое небольшое село, где особо ничего нет. Рядом с нашей виллой были несколько кафе и небольшой маркет. Есть очень длинный пляж, обустроенный в начале, и чем дальше, тем более пустынный. Зато менее чем в километре находится просто суперский пляж Лучицы города Петроваз. К нему ведет бетонная дорога через холм. Подъем не очень крутой, но за выпуск можно основательно подкачать свои пятые точки. Учтите, что ночью дорога не освещена, хотя есть фонари, которые не работают. Есть живописная тропинка, которая идет вдоль моря над скалами. Лучица это та самая Черногория, за которой сюда едут. Красивая бухта, скалы, море, все как с картинок туристических буклетов. Вода полностью прозрачная, поэтому если вы не взяли очки или маски, купите тут и не пожалеете. Рыбок, конечно, не так много, как в Египте, но наныряться можно вдоволь. Сам пляж довольно маленький. Половина платная, даже Wi-Fi по однодневному ваучеру, который выдается при покупке лежака. На пляже есть несколько кафешек, питание сомнительного качества, нам не понравилось. Кстати, про питание. Порции в кафешках бывают очень большие, можно взять одно блюдо за 6-8 евро на двоих, но это не всегда так. Также в Черногории распространен такой фастфуд, как буреки и пицца. Бурек – это, видимо, прародитель нашего чебурека, только тесто чуть другое. И то, и другое стоит 1,5 евро довольно вкусно. За пляжем начинается сам Петроваз, довольно крупный городок с кучей отелей, кафе и ресторанов. Здесь можно гулять вечером, купить экскурсию, взять в аренду в авто. Также отсюда ходят автобусы в Будву и обратно, каждый час до 23:00, если не ошибаюсь, стоимость 2 евро. В Петроваце есть большие супермаркеты, цены вполне приемлемые. Кстати, учтите, что all-inclusive здесь не распространен. Максимум, что можете найти, это завтрак, ужин и то, как правило, в больших отелях. Зато очень популярны студии, где можно самим все приготовить. Про аренду авто и путешествия по стране. В Черногории очень распространена эта услуга, потому что Черногория – это страна для путешествий.
Поэтому много отдыхающих этим пользуются, чтобы посмотреть природу и достопримечательность. И на дорогах всегда можно увидеть кучу арендных авто. Хотя они, как правило, без каких-либо наклеек, но это почему-то видно сразу. Особенно если вы видите кабриолет. Сразу скажу, что не стоит бояться горных маршрутов, так как все основные дороги в отличном состоянии, с указателями и карманами для отдыха. Мы, например, воспользовались простой картой из рекламного буклета, на котором хозяйка отеля оставила нам свои рекомендации по местам и направлению движения. Она же помогла нам с арендой машины, которую доставили к порогу в удобное для нас время, без депозита и всего остального. Мы взяли самую простую машину, Chevrolet Spark с механикой. Аренда на 2 дня нам обошлась 70 евро. С двигателем 0,8 литра этот пупс бензин не употреблял вообще, вследствие чего мы подарили дилеру литров 10. Но со своими функциями кроха справлялась на ура и вытягивала все подъемы и серпантины без проблем. Даже жалко было прощаться на второй день с нашим верным товарищем. Есть много вариантов маршрутов. Круг по стране с Дурмитором и мостом Джурджевича, дорога вдоль Скадарского озера, поездка в Албанию, Сербию, Хорватию, Плавчины, Которский серпантин и так далее. Так как у нас всего было 2 дня, то в первый день мы выбрали Дурмитор, а во второй Плавчины Котор. Маршрут на Дурмитор я рекомендую ехать против часовой стрелки, так как в таком случае вы избежите затяжных подъемов. Запасайтесь местом на флешках, так как снимать будете много. Пейзажи постоянно меняются и напоминают то Карпаты, то Альпийские луга, то какие-нибудь виды из американских фильмов. По пути мы заезжали на озеро, потом мост Джурджевича, где крутые виды и можно покататься на зиплайн, чем я, кстати, и воспользовался. В самом Дурмиторе в поисках Черного озера мы слегка блуканули, не стесняйтесь спрашивать местных. Местные, кстати, вполне нормальные люди, в основном. Черное озеро стоит отдельного внимания. Все, что вы видите, это реальная картинка без каких-либо особых обработок. Выглядит очень необычно, и все это на фоне горных массивов. Здесь куча лавочек, где можно просто посидеть и насладиться видами, или можно взять в аренду лодку и покататься по озеру. Вход на озеро платный, машину придется оставить и пройтись пешком около километра. Второй день и Плавчин нам понравился даже больше. По дороге было совсем немного машин, пейзажи кардинально отличались, мы постоянно набирали высоту. На машине вы можете заехать почти на вершину и пешком подняться по 400 ступенькам на обзорную площадку. Въезд и вход платный, стоимость, к сожалению, не помню. На обзорной площадке хочется залипнуть и просидеть там целый день. Говорят, отсюда видно окружающие страны, а в хорошую погоду можно даже видеть противоположный берег Италии. Я, честно говоря, не знаю, что именно мы видели, так как вокруг были одни горы. Точно мы увидели Которский залив внизу. После Плавчины начинается главный и один из самых известных аттракционов Черногории – Которский серпантин. Это узкая извилистая дорога, спускающаяся к Которой, состоящая из 25 поворотов. Ощущения не передать словами. Над вами нависают горы, далеко внизу море и постоянные крутые повороты на 180 градусов. И все это сопровождается внезапно выезжающими автобусами. Но не все так страшно, как кажется. Дорога не такая уж и узкая. Со стороны обрыва бетонные блоки, а повороты довольно широкие. Водители автобуса сами подскажут вам, как правильно разъехаться.
Серпантин приведет вас к Катору, где можно погулять вдоль побережья, пройтись по старому городу или забраться на крепость. О последнем я советую несколько раз подумать, потому что подъем длинный и крутой, и все забравшиеся на вершину выглядят примерно так. Тем более серпантина вы можете увидеть практически то же самое. Если вы захотите поехать с соседям в Хорватию, Сербию, Албанию, учтите, что у вас должна быть соответствующая пометка в договоре на аренду авто. После которого мы уже изрядно уставшие поехали к острову Сети-Стефан, где остаток дня провели, валяясь на пляже и наблюдая, как там живут богатые люди, скрытые от глаз окружающих. Остров закрыт для посторонних, выкуплен какой-то туристической компанией. У них есть свой пляж, где им носят всякие вкусняшки, а нам нет. Парковка возле пляжа платная, но наш человек нигде не пропадет. Чуть раньше можно оставить машину и пролезть через дырку в заборе. Прошло время прощаться с пончиком, нам немного грустнулось, но ничего нельзя было поделать. Скрывшись за поворотом, он напоследок мигнул нам габаритами и заурчал вдали. Следующим пунктом в наших планах была поездка в Хорватию и экскурсия по Бококоторскому заливу. Обе поездки покупались по скидке в Петровац и оттуда же отправлялись через день. Экскурсия по заливу проходит на большом двухпалубном корабле, к сожалению, не знаю, как он правильно называется, который стартует из Тивата. В Тиват нас привезли на двух автобусах из Петроваца. Учтите, что лучше занять места вверху на лежаках, иначе придется сидеть внизу за 4 или 8 местными столами, а некоторые и вовсе простояли весь день. Круиз проходит целый день с несколькими остановками. Герцог Нови, Голубые пещеры, искусственный остров с церковью и последняя остановка Катор, где у вас будет немного свободного времени, и оттуда отправляются автобусы, развозящие всех по домам. Голубые пещеры – это, как ни странно, пещеры, в которых вода за счет проникающего солнечного света имеет красивое голубое свечение. Отвозят туда от места стоянки на маленьких катерах за 5 евро с человека. Вполне интересно. Мы довольно близко подходили к границе с Хорватией, которая, как говорил наш гид, была сразу за горами. Даже роуминг недолго нас поприветствовал. Экскурсия в Хорватию начинается из Петроваца. Гид общается на трех языках – черногорский, английский, русский. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. К слову, в Черногории огромное количество русскоговорящих туристов, преимущественно из России. В Петроваце 9 из 10 человек говорят на русском. Дорога до Дубровника, который является самым популярным курортом в Хорватии и финальной точкой нашего путешествия, не очень длинная, так как город расположен недалеко от границы. Но много времени может занять прохождение границы. У нас это заняло около 2,5 часов из-за нескольких автобусов в очереди, проверка каждого из которых занимает определенное время. Вследствие чего свободного времени в Хорватии у нас было всего лишь около 3 с лишним часов. Немного побродив по старому городу, мы пошли на ближайший пляж, потому что было очень жарко. Хорватия сильно отличается от Черногории. Здесь дороже много иностранных туристов. Уровень страны гораздо выше, скажем так. В Черногорию возвращаемся как к себе домой. Есть два варианта дороги через Бококоторский залив. Вокруг, то есть в объезд по всему заливу, либо паром. Единственная паромная переправа находится между поселками Каминари или Питани, извините, если ударение поставил не так, и она позволяет значительно сэкономить время. Наш отдых подходил к завершению, и нужно было думать, как добираться до аэропорта. Участвовать в ралли Черногория 2019 не очень хотелось. Поэтому решили воспользоваться той самой электричкой, о которой я упоминал в начале. Благо расписание было в самый раз. Единственный вопрос был в том, как доехать до станции в Сутоморе, так как автобусы ходили непонятно как, хотя и было расписание онлайн. В итоге решили рискнуть. И мы действительно рискнули, так как автобус пришел на 20 минут раньше. Хорошо, что мы вышли заранее. С электричкой никаких проблем не было. Станция выглядит довольно провинциально, а про туалет я ничего рассказывать не буду. Станет сущее зловонной клакой. Но вот про саму электричку я расскажу подробнее. Вагоны поезда поделены на шестиместные купе с мягкими креслами. Звучит неплохо, но на деле все очень старое, грязное и зачуханное.
Станции не объявляются, а с учетом того, что станция в основном это остановка в чистом поле и двери вагона нужно открывать самому, фотографируйте расписание и отслеживайте свой путь, чтобы не пропустить станцию. Но несмотря на все предпринятые меры, я все же умудрился выйти посреди поля на железнодорожном переезде. Получилось так, что наша станция была следующей, мы уже готовы были выходить, и тут поезд остановился, ну я и вышел. А поезд с Юлей поехал дальше, я ей крикнул, что ничего страшного, и я дойду. Благо до станции аэродром было меньше километра, который я успешно дочапал по рельсам, махая вслед удаляющемуся поезду и выглядывающему из окна проводнику. Чтобы вы понимали, вот так выглядит станция аэродром. На этом, пожалуй, все. Обратный путь прошел без приключений, и мы успешно добрались домой. Спасибо за просмотр и ждите новых выпусков. Черногория, пока!